Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Я также приветствую тех, кто в первый раз с нами участвует. Мы сейчас будем начинать наше богослужение прославления Господа. Мы помолимся сейчас, и мы молимся на коленях нашей начальной молитвой. Но если вы в первый раз чувствуете себя свободно, если хотите вместе с нами склониться пред Богом, можете склонить. Если нет, пребывайте, как вы хотите. Бог наш, Бог всемогущий, мы взываем о силе, которая в крови Господа Иисуса. Об этой чудной силе мы молимся, чтобы наше обновилось общение, возрадует душу нашу. Мы взываем во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, возлюбленные. Мы сейчас вместе с вами воспоем Господу. Давайте все поучаствуем в прославлении за те победы, которые Господь дал нам уже, и за те, которые еще Он даст нам. Прославим Его псалмом. Бог мой, Отец мой, к Тебе взываю я, Господь мой. О крови Иисуса дай мне мир и общение. Бог мой, Отец мой, взываю к Тебе я, Господь мой. О крови Иисуса дай мне мир и общение. Дай мне мир и общение. Слава Господу! Аллилуйя! Мы еще один псалом споем Господу. Ты боишься, что Искуситель победит, тебе не хватает света и не можешь видеть, где ты. Открой сердце свое и позволь Христу войти, и солнце воссияет в тебе. Позволь небесному свету войти. Позволь солнцу родиться в тебе, взойти в тебе. Открой сердце и позволь Христу войти. И солнце родится в тебе. Если ослабела вера твоя в Спасителя, Бог не слышит твои молитвы благосклонно, открой сердце свое и позволь Христу войти и солнцу воссиять в тебе. Позволь небесному свету войти. Позволь солнцу родиться в тебе. Открой сердце свое, позволь Христу войти, и солнце взойдет в тебе. Хочешь идти с радостью по направлению в небо, игнорируя всю тьму, которая окружает, открой сердце свое и позволь Христу войти и солнцу взойти в тебе. Позволь солнцу, свету небесному войти. Позволь солнцу взойти в тебе. Открой сердце и позволь Христу войти и взойти солнцу в тебе. Мы сейчас, возлюбленные, будет слово прославления Господу. Господь и Бог, мы славим имя Твое, потому что великое Ты сотворил в наших жизнях, в народе Своем. И Ты смотришь на нас Твоей милостью, и мы благодарим Тебя за заботу, за защиту, за безопасность, за избавление. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Сейчас мы споем еще один псалом Господу.
пой церковь, пой верная, потому что Бог обитает среди нас. Грядущий, чтобы прикас... Если кто-то касается его народа, касается зенец ока его, и благость Господь явит всякому, кто ищет убежище в нем, и воззвание нашему он преклоняет ухо свое, чтобы услышать нас. Господь пробудился, как храбрый, чтобы защитить нас. Да молчит вся земля, потому что из святого жилища восстал Господь. Господь пробудился, как храбрец, чтобы защитить нас. Да молчит пред ним вся земля, потому что из святого жилища восстал Господь. Бог восстал, Бог восстал. Среди нас слава Божия присутствует, и в наши уста Бог вложил слово свое, чтобы нам сражаться. В тени Божией мы защищены, и Он наполняет церковь небесными богатствами, ценностями, вечностями. Вечными она живет, и огненная стена вокруг нее. Бог нас хранит, чтобы мы могли жить навсегда с Ним. Господь пробудился, как храбрец, восстал, чтобы защитить нас. Да молчит пред Ним вся земля, потому что из святого жилища Бог поднялся. Бог поднялся, как храбрец, чтобы защищать нас. Да молчит пред ним вся земля, потому что из святого жилища Бог восстал. Бог восстал. Бог восстал. Сейчас еще пастор Карлос Нижар поделится на этом богослужении. Вера и жизнь. То, что от человека, всегда рождается от чего-то предшествующего. Кто наблюдает за ветром, никогда не будет сеять. И кто смотрит на облака, не будет собирать. Как ты не знаешь пути ветра, так ты не знаешь дела Божьи, которые сотворяют все. Экклесиаст, 11 глава, 4-5 стих. Движение ветра и облаков, то, что наблюдает и поражается разум наш. Это движение видимого, где может дотянуться рациональное мышление. Но там, где дух, невозможно дотянуться разумом, потому что мы живем и двигаемся верою. Вера – это осуществление ожидаемой уверенности невидимым. Евреям 11.1. Основание – это живое слово. Господь Иисус – начало и конец нашей веры. Начальник и совершитель нашей веры. Когда мы верим в Него, в силу Слова Его, то, что мы ожидаем, мы уже определяем. И то, что мы не видим, оно проявляется. В книге Йова написано, если ты определил какое-то дело, то свет засияет на пути твоем. Иов 22:28, потому что мы живем верой в другом измерении. Мы выходим из дела творения, биологической, смертной, в дело искупления, чтобы жить откровением во свете Слова Божьего. Мы уже созерцаем за завесой, за видимым. То, что от человека все рождается от чего-то сущего до этого. Но сила Божья рождает из ничего. Как произошло с Моисеем, как он увидел, что как вода из камня шла, как манна сходила. Псалом 104. Разум философский может изменить манеру мышления. Доктрины ограничены. Наука и философия организуются от сомнений. Только Слово Божие от Духа Святого в вере могут принести преображение истинное в жизнь. И в это
время социальной дистанции, когда тьма покрыла весь мир пандемией, свет в доме тех, кто ищет и служит Богу Святому. Исход 10 глава 11-12 стих. Это возможность иметь близкое общение с Ним. Поскольку мы в деле искупления, которое несет нас в вечность, наш опыт, оно с Богом невозможного. Невозможного для человека. И поэтому упражняться в вере – это не просто Божий обитель в нас, но мы переходим на территорию чудес и знамений, как новое пробуждение в это последнее время, где Бог избирает своих избранных, где бы они ни были. Приближается восхищение церкви при звуке четвертой трубы, и мы встретимся с Царем нашим на облаках. И повеление так же, как и Моисей услышал: «Скажи народу, чтобы шли, и море вечности, оно откроется». Исаия 22:12. «И сказал страж, да придет утро, пока, прежде чем другая ночь настанет, мы взойдем уже». Возлюбленные братья и сестры, сейчас мы послушаем пасторские послания, которые пастора написали для своих церквей, которые приносят нам много радости, а также для церквей и для пасторов. Пасторское послание Винисиуса Сантуса с города Трейс-Риус в штате Рио-де-Жанейро. Возлюбленные, мы скучаем за вами, особенно о детях из церкви. Я ожидаю, что вскоре мы будем вместе, чтобы прославлять Господа. Будем молиться друг за друга. Новообращенным говорю, пребывайте, велико благословение Господне. Пасторское послание Мартин Палермо, церкви Линополис, Минас-Жерайс. Возлюбленные братья Жозе Жентил и Сержо, ответственные за церкви в городке Линополис вместе с братьями Морейру, Жералду и Хур. Мы скучаем за вам и веруем и утверждаем, что вскоре мы будем вместе прославлять Господа. Обнимаем вас из центральной церкви, которая заботится о вас и молится за вас. Все я с вами во все дни до скончания века. Слава Иисусу! Мы сейчас помолимся, прославим Господа за это богослужение и сразу после этой молитвы апостольское благословение. Господь, мы благословляем имя Твое. Мы прославляем Бога Всемогущего за многие победы, которые Ты даровал нас. Несмотря на испытания, мы верим, что победа придет. Поэтому мы славим имя Твое, как акт веры. Потому что Господь суверен над всем. Мы молимся во имя Господа Иисуса. Аминь. Благодать Господа чудная, спасительная благодать Господа Иисуса, любовь несравненная Бога Отца и общение Святого Духа Божьего да будет со всеми вами на всем Израиле Божьем, сейчас и во веки. Аминь. Аминь. Наше богослужение закончено. Мы желаем всем вам мир Господа Иисуса.